Знаете, в этих местах, где Унжа вливается в Волгу, и сейчас помнят про Емельяна Степановича Зиринова. Рассказывают, что сам он из потомственных древоделов. Был в семье старший из 7 братьев. Все 7 плотничали вместе, братской артелью. А Емельян был не только старший, но и главный. Такого звали мастер первой руки. Век дивится народ его резьбе. Говорят, резал без рисунка, прямо по доске. Какой узор захочет, такой и вырежет. Тут, в деревне Мытищи, мы видим только труды артели Зириновых. И то удивляешься, какое разнообразие и богатство. А поездишь по России, сколько встретится исп на загляденье. И всякое красиво на свой лад, и удобно своим хозяевам. Ведь всякий дом ставился не на пустом месте, а в деревне на обжитой природе. Тут нельзя без уважения к соседям и предшественникам, но и повторяться нельзя. Из века в век утверждалось в народе единое понятие, в чем красота родного дома. И хорошо, что теперь, отбирая лучшие образцы, мы все яснее сознаем и все чаще напоминаем себе за это прекрасное наследство, за сохранность его и понимание его. В ответе мы. Так сделали и костромичи. Свезли и продолжают свозить создание народной деревянной архитектуры в музей под открытым небом. Избы с их обстановкой, храмы и мельницы, амбары и баньки. В них шла жизнь. Они рубились для хозяйства и уюта. Стояли в ряду на деревенской улице. Получается, словно перекличка мастеров первой руки. Поэтому я очень люблю приходить в такой музей. Радуется душа тому, как заботливый реставратор. Но чинят они готовые, давно оконченные. Не узнать, не услышать, как же оно, такое чудо, рождалось, когда извечное было молодым. Ну зачем же так? Я верю в чудеса. Можно расслышать, можно показать, как рождалась изба. Еще есть те, кто знает и помнит это. Есть еще мастера. И нужно, чтобы был на твоей земле лес. Надо иметь что выбрать. И породой, и возрастом. Одно подойдет для клети, другое для куриц, третье для потоков. Лес надо рубить бережно и со смыслом. Тут первое дело – точность. Всякое бревно готовится к встрече с соседями. Сопится в срубе без зазора, словно друг для друга и вырастали, и обнажались, и топору поддались, и в венец легли. Вот и получается, венец – делу начало. Сколько бревен не станет сруб, все они друг от друга зависят. Вот и готова клеть. Но клеть еще не изба, глаза ей на мир открыть надо. А это я. Теперь и у меня работа начинается. Мое дело избу украсить, пока клеть кроют. И причелины с полотенцами, и крыльцо резное, и наличники. Каждой вещи свой навык нужен. Правда, кровлю соорудить — целая поэма. Самцы углом вывести, слёги в них врубить, чтоб было куда кровли лечь. А делаться кровля по потокам и курицам. Могут спросить, это для украшения курицы-то? Нет, они не просто для красы. Ёлки, рубленные с корнем, упруги и выносливы. На них тяжелые потоки ложатся. А для потоков берут осину. Зачем осину? Воды не боится. Это жолоб, и на него же вся кровля обопрется. Который раз тому же самому удивлюсь, до чего точно всему найдено свое место. Как все согласно и разумно. Одному человеку самому век не дойти. Значит, сколько же до тебя людей над этим задумывалось? И тебе того желают. У русского слова «опыт» два смысла. Он и твое наследие, и твое новшество. Вот и тесовая кровля, как хитро придумана. Прохудится доска, замени ее, а всю крышу разбирать не надо. А здесь, как в лесу. Будь-то сама природа продолжается, а ты только помогаешь дереву высказаться. и будто слышишь его. Один с тебя спрос — чистота. Чистота работы и вообще твоя чистота. Если зло на душе, ничего не получится. Лучше уходи в сторону. Работа правду скажет. Что бы и когда бы ты ни строил, правда всегда одна. Работа на совесть. Не только значит на заказ для кого-то, но и на пользу собственной совести. Вот и причалина готова. Она ведь не только краса, но и заслон, чтоб снег под кровлю не набился, и изба будто из-под нее глядит. Наличники, как невестин убор, и знак тому, что изба ждет хозяев. Скоро от печи жар пойдет. Вот и журавль в руке. А могучий этот ствол охлупень называется. Сохранит избу от перекосов и ветров. Будет беречь дом сухим, укрепляя каждую тесину своей тяжестью. Охлупень — делу венец, всему дому голова. Живите, люди, радуйтесь. Что же сказать на прощание? Что беречь? Вчерашний день? Нет. Я хочу и стараюсь понять тех, кто заботился о родине до меня, сберечь их правила, чтобы в каждом деле красота и радость, чистота и польза вместе были, как в пословице «красота в согласии». Скажешь спасибо, спасибо и услышишь. Этой традицией рождается мастерство, мастерство первой руки. Его и сохранять надо.